Девочки, привет! Трудовой десант начался. Давайте посмотрим. Ох, как мне нравятся такие курточки. Кофточки. Я как-то помешалась в таких коротких кофточках. Честное слово. Очень нравится. Что-то симпатичное, да? Да, сегодня у нас трудовой десант. Мы сегодня меряем. Сегодня у нас примерка. Неплохая юбочка, да? А что она впереди? Впереди здесь короткая. Такая красивая юбочка. Сарафанчики. Ну, сейчас мы пойдем в другое место, там что-нибудь красивенькое подберем себе. Такое платьишко неплохо. Что-то с сарафанчиков посмотрим. Музыка, 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 музыка. Правда, не громкая, но все-таки музыка. Серия купальников. Да, больше носят закрытые купальники. Либо уж совсем открытые. Либо закрытые, либо совсем открытые. У меня есть одна вот такая половиночка. Ну, не совсем такая красивая, вот такая, с юбочкой. Вот такого темного цвета, не болотного, а морского. И не могу найти верх себе никакого добраться. Нужно что-то такое не длинное. Сейчас все. Длинная. Так. И где моя примерочная? Такая молодежная. Левис. Фирма Левис тут. Такс. Такс, такс, такс. Так, где же нам начать трудовой десант? Такая юбочка, да, и верх такой разный. Так, где платьишки? Платьишки. Кофточки. У меня тоже с длинным рукавом, потому что солнце, я езжу на велосипеде. Это солнце. Такие джинсики 39. Такс, такс, такс. Где-то здесь платьишки были, да. Такое мы меряем. Не для Флориды совсем. Даже если я и померяю ткань, не для Флориды. Так, шляпки обязательно померяем. Вот платьишки, которые можно мерить. И нужно. Так, присмотрела. Одно присмотрела. Вот такой сарафанчик. Какой-то размер. Хороший такой.
Сейчас посмотрим еще, какое платьишко померится. Вот красиво смотрится, да? Но носить это нельзя во Флориде. Так, вот такое можно носить. Шри-Ланка. Так, ну я сейчас посмотрю, да, это тянется. Так, возьму. Ну, посмотрим. Так, два платьишка я присмотрела. Давайте еще одно посмотрим. Здесь. Красивое такое. Так, хорошо. Это. Какой это размер? 12. Да, это мой размер. Хорошенькое платьишко. Что еще посмотреть? Симпатично. Такое симпатичное. Ну что, пошли мериться трудовому десанту. Хорошая ткань, Шри-Ланка. Так, беру я какое платьишко. Здесь еще. Была бы я в офисе, я бы взяла такое платье. Парочку таких платьев для офиса зимой. А так нет. Так, один. Так, что я возьму, это или то? Взять, что ли? Я это беру. Сарафанчик, что ли, взять? Ну, хорошо, давайте возьмем сарафанчик еще. Какой это размер? Ой, какой красивый, смотрите, это дырочки. Это вышивка такая. С прокладочкой. Только не могу найти, какой это размер. $70. Мухухру-мухру. А вот Эль. Вот Эль. Ну, можно тоже померить. Пошли мерить.
выбрала такую кабиночку, что можно походить, покрутиться. Смотрите, какая красота. Как красиво. Какой красивый камешка. Так, еще одна батюшка. Как-то не видно длины. Тут нельзя выйти в коридор и снять. Внизу подкладочка. Внизу подкладочка. Все. О, даже кармашки есть. Очень приятные. Вот такой у нас с вами был сегодня трудовой десант. Вот такая у нас сегодня была красота. Смотрите, что у нас, как красиво, да? Но это нельзя, шелк, это не шелк, это искусственно, его нельзя носить. Фетровая такая, ну, как она называется? Кофточка такая. А есть где-то тут скидки? А, вот клиренс. Вот это скидки. Это то, что сейчас на скидках. Ну, надо копаться, а я не люблю копаться. Какие-то кофточки, это. Такой плащ хороший. Ну, какой хороший плащик. Не люблю, а поймала плащик. Клиренс, клиренсом, а где это клиренс? Не вижу. Платьишки тоже. Кофточки. Мужской клиренс. Есть какие-то платьишки. Ну да, мы смотрели такое платьишко. Хорошее. И плесировочка. Но носить нельзя. Это жарко. Только зимой может быть.
симпатичный. Хорошо сделано. Он небольшой, но хорошо сделан. Ну что, девочки? Наш десант заканчивается. Пора и честь знать, да? Ой, какая хорошенькая. И ткань такая хорошая. Так, а чья она? Так, размер не вижу. $30. Песо. Что это за песо размер? Индия. Ну, хорошо сделано. Верх такой сжатый. Низ свободный. Красиво. Вот такая, как опять же чук. Красивая очень. Тонышки тоже. У меня тоже с рисунком. Можно подобрать, да? Пиджачок и штанишки. Здесь тоже, вот видите, штанишка и кофточку нужно. Да, так повесили, чтобы можно было подобрать. Такая маечка с рукавчиками вышитая. Зонтики, бижутерия, ну что, все, пошли, пошопились и хватит, наверное, 1000 посмотрим. Ткань такая, что только можно носиться зимой под пиджак. По-другому нельзя. Тоже плотная такая юбочка. Зачем так тратить ткань? Непонятно на что. Красивенькая, легкая. Вот это можно носить в Флориде. Вот это можно носить в Флориде. Хороший костюмчик такой. Неплохие такие штанишки, чтобы ездить на велосипеде легкие. $54. Такая яркая кофточка синяя. Пиджачки, рубашечки, кофточки, это мужское. Вот это женское тоже. Разноцветные штаны. Такое красивое. Как трикотажная она какая-то. $40. Красиво так. Такие рубашечки, да? Такой цвет красивый, плотная такая, не знаю, вот это лен похоже, это похоже на лен, хорошая такая, а сколько она стоит, сколько это стоит, $50, хорошо сделано.
такой пиджачок. Господи, сколько всего. Хочешь — покупай, не хочешь — не покупай. Какие-то все в дырках. Вышитая ткань такая, вся в дырках. Тут дырки, тут вот дырки. Вышитые дырки. Так, ну что, друзья, пошли? Все? Понравилось видео? Ставьте лайки и подписывайтесь.